микромициты – это научное уже название. А раньше они назывались плесень, образующие грибы. Вот то, что мы видим на стенах, все это есть плесень, образующие грибы, которые называются еще микромициты. Это проблема известна всем, каждому, наверное, из жителей и не только нашей страны, но и всего мира известны микромициты. Но я же говорю, когда говорят о плесени, понимают, что это такое. Так что микромициты – это вот микроскопические грибы. Их известно более 100 тысяч. В медицине принимают участие где-то 400, а более конкретно, вот те, которые изучены, где-то 100 видов.